национальности? Национальности гражданин по вероисповеданию мусульманин. Гражданин Российской Федерации. А чем ты известен? Почему тебя знают? Ну и я стал рассказывать. Я наш правозащита. Я сын первого покойного, значит, ветерана национального движения. Что я какой-то преступник, какой-то наркобарон, тут автоматчики, бронежилет, маски. И они в прошлом году обвинили его в том, что он нападал на сотрудников ФСБ, бил их, всячески измывался якобы межнациональную и межрелигиозную рознь ввел. Но эти попытки, когда не получились, все это лозунг было, они обвинили его террористом вне закона.